14 способов применения огурцов, о которых многие не догадываются. Огурцы не только очень вкусные, они также оказывают большое влияние на наш организм. Кроме того, имеют практическое применение. Что может сделать это зеленое чудо? Нет ничего нового в том, что фрукты и овощи оказывают чудодейственное влияние на наш организм. И, конечно, в этот список чудодейственных овощей и фруктов входит огурец. Первое. Для красоты. Огурец имеет похожие эффекты с алоэ вера. Он помогает регенерировать, увлажнять, питать, успокаивать, омолаживает и разглаживает кожу, а также убирает мелкие морщины вокруг глаз. Содержание кремнезема и других минералов способствует заживлению кожи и укреплению ногтей. Соленый огуречный сок борется с экземой, псориазом, крапивницей и угрями. Второе. Опухшие глаза. Эффект применения огурца для опухших глаз давно известен. После бессонных ночей просто возьмите несколько ломтиков этого овоща и приложите на несколько минут на усталые или раздраженные глаза. И через некоторое время никто не сможет заметить, что вы плохо спали. Третье. Для потери веса и против целлюлита. Если вы решили, что сейчас подходящее время для похудения, добавьте огурец в свой рацион. Он содержит 95% воды. Если вы также хотите избавиться от целлюлита, протирайте кусочками огурца проблемные области. Кожа после этого станет упругой. Четвертое. Для свежести дыхания. Вы собираетесь на важную встречу и боитесь, что из вашего рта плохо пахнет. Положите ломтик огурца в рот примерно на 30 секунд. Вещества, содержащие в нем, уничтожат нежелательные бактерии, которые вызывают запах во рту. Пятое. Против диабета. С помощью огурцов вы также можете лечить диабет. Этот овощ содержит гормон, который помогает организму вырабатывать инсулин. Кроме того, огурец имеет гликемический индекс, равный 0, что просто идеально для диабетиков. Шестое. Высокое давление. Вещества, содержащиеся в огурцах, так же как фосфор, кальций и калий, помогают снизить давление. Если вы страдаете от высокого давления, возьмите за привычку ежедневно съедать пару огурцов. Седьмое. Против рака. Одним из самых важных преимуществ огурца является то, что он помогает предотвратить рак. Научно доказано, что он защищает простату, грудь, яичники, легкие и матку. Восьмое. Против облысения. Вы также можете с помощью огурцов бороться с облысением. Вещества, содержащие в огурце, прекращают выпадение волос. Девятое. Чтобы очистить свой организм. Если вы решите
очистить свой организм, огурец – правильный выбор. Он очищает организм от токсинов, разбавляет мочевую кислоту и помогает организму при гриппе и простуде. Десятое. Защита от ожогов. Если вы не собираетесь загорать летом, но планируете оставаться на солнце, ешьте побольше огурцов. Это поможет защитить вас от ожогов. 11. Усталость. Вы относитесь к тем людям, у которых нет сил ни утром, ни вечером. И единственное ваше спасение – это кофе. Попробуйте сделать огуречный салат. Сахар и высокое содержание витамина В поднимут ваше настроение и придадут много новых сил. 12. При запотевшем стекле. Если вы хотите посмотреть в зеркало после горячей ванны, попробуйте протереть его кусочками огурца. Это не даст ему запотеть. И еще у вас будет свежий запах ванны. Огурец также поможет избавиться от неприятных запахов в ванной. 13. Против похмелья. Если вы хотите избежать ночной головной боли, сделайте огуречный салат перед сном. Сахар и витамин В добавляют в организм питательных веществ. Огурец помогает стабилизировать работу организма и предотвращает неприятное похмелье. 14. Для обуви. Вам нужно почистить обувь, но у вас закончился крем. Возьмите ломтик огурца и натрите им сапоги. Через несколько секунд вещества, содержащие в огурцах, придадут блеск вашей обуви. Кроме того, этот метод полировки защищает обувь от воды. Он ее попросту отталкивает. Кому было интересно и полезно, подпишитесь на канал.